Ну, как и везде, в глазах молодежи я всегда вижу поиск, да? Они ищут себя. Кто они? Что хотят в будущем, да? Поэтому я думаю, что вот такие встречи, они в какой-то степени способствуют им найти себя. Если вы посадите два человека и зададите вопрос, кто у вас лучше мама, наверное, ни один из них не переубедит друг друга. Такой же вопрос сказал, что моя религия чище, чем твоя религия. Такое не может быть, поэтому нам нужен диалог. Мы должны просто четко знать, что нельзя переступать, где заканчивается наше приватное пространство. Поэтому нам нужен диалог, и вот это как раз толерантность.